курьезном случае в воздухе? Самый курьезный случай в воздухе. Александр Сергеевич, вы можете вспомнить самый курьезный случай в воздухе? Было что-нибудь? Ну, я знаю, что были несчастные случаи, о них уже говорили, и это достаточно печальная статистика, она хоть и небольшая в группе, но тем не менее есть. Знаете, курьезные случаи случаются в воздухе, но они больше такие, знаете, не специалисты, их сложно понять. Ну вот, поэтому, ну, да у нас свой юмор в авиации присутствует, и в воздухе в том числе бывает, мы друг друга можем подколоть как-то. То есть это происходит, это бывает. Есть.